Всем доброго времени суток, с вами Елена. Ну и сегодня у меня похвастушки. Снимая предыдущий обзор, вот кто меня смотрел, я показала орхидею, сказала, что она мне очень нравится, но я себя держу в руках и купила только одну орхидею. И я о ней думала все время. Ну, неделю. Думала и решила, что если она мне когда-нибудь встретится, то я ее обязательно возьму. Посмотрите, какие у нее свекольные листья с тыльной стороны. Ну, вот такие отличные корни. Листья, розетка небольшая, листья такие узкие, длинные. Орхидея от Фаленова. Ну, и сейчас покажу корни. Вот. Ее прям можно смело обрабатывать, подпаивать понемножечку. Ну, такая аккуратная розеточка. Ну, вот держатели, покрытые плесенью. Ну, и сейчас покажу, что за красоту я купила, которую не взяла в первый раз. Кому-то повезло, но теперь моя очередь. Вот такой биглип. Вот когда я приближаю, камера делает, ну, цветок гораздо светлее. Она очень темная. И вот там на сепалиях у нее такой, ну, сливочный цвет. И такая вот розовая губа. Просто восторг. Цветы очень плотные. Я померила цветок 6,5 сантиметров. Такая вся рюшечка. Я давно хочу орхидею черничный пирог, но как-то не, она мне не встречается. Наверное, вот так вот цвет передает верно. А вот она чем-то... Конечно, это совсем не черничный пирог, но она чем-то похожа и на черничный пирог, и на биглип тюркенбелл, да? Только очень-очень плотные цветы. Ну, вот такая красота. Ну, вот как, да? Можно было ее не взять. И вот я это говорю все к тому, что если оно наше, он обязательно придет. Если мы чего-то хотим, мы ее все равно найдем. Но вот прошла чуть больше недели, и она у меня. И нравится прям мне очень-очень. Вот. Она нет-нет попадается, орхидеюшка, в обзорах в других городах. Я думаю, к нам теперь она тоже часто будет приезжать. Оно ж так случается, что-то появляется один раз, а потом, вот, видите, приближаюсь, становится вот такой яркой. Нет у нее этой яркости. Она такая... Нет вот этого вот светло-малинового какого-то цвета. Она... очень-очень темные. Вот эти, вот эта сепалия у нее, она прям черная. Я не знаю, наверное, как передать всю ее красоту. Вот она на два цвета носа. Но чудо. Чудо какое-то. Давайте вот так вот. Ну, какая интересная, да? Ну, вот такая у меня новинка. И знаете, все-таки я себя держу в руках. Кто меня давно смотрит, ведь когда-то это было и 5 орхидей. Хорошо, хорошо, если 3, а то 5 и больше. Ну вот, силу воли я потихонечку начинаю тренировать. Чего и всем остальным желаю. Ну, а всем большое спасибо за внимание. Спасибо за вашу поддержку и добрые комментарии.
Всем мира, добра, благополучия. До новых видео. Пока-пока.